Всем привет! Сегодня мы поговорим об Алене Коломиной. Алена с 4 лет профессионально занималась прыжками в воду, а с 7 лет начала посещать студию при молодежном театре, где дети принимали участие в постановках наравне со взрослыми актерами. Таким образом, спорт и актерство шли в ее жизни параллельно. Она до последнего не знала, какую профессию выбрать. Если выбирать спорт, то нужно было в 9 классе идти в спортинтернат. И родители решили, что дочери нужно остаться в школе и получить образование. Первое образование девушка получила в Киевском национальном университете искусств. После этого переехала в Москву, и в 2016 году Коломина с красным дипломом закончила режиссерско-актерский курс ГИТИС, мастерская Михаила Левитина и Михаила Филиппова. В 2012 году Михаил Левитин пригласил молодую актрису в труппу театра «Эрмитаж», где Алена трудится и по сей день. Девушка задействована не в одном спектакле, но ее любимая роль — роль дочери фокусника в постановке Андрея Тупикова «Фокусник». С 2009 года снимается в кино, дебютировав в сериале «Глухарь 2». Далее исполнила второплановые роли в лентах «Три раза про это», «Счастливы вместе», «Последний мент», «Машкин дом», «Искупление» и другие. Но большую популярность Алена получила после выхода на экраны мелодрамы «Березка», в которой сыграла свою первую главную роль, танцовщицу Эдиту Там. Картина рассказывает о знаменитом танцевальном коллективе, в который многие хотят попасть. По сюжету три героини пытаются примкнуть к знаменитому танцевальному коллективу, но девушкам приходится выдержать испытания завистью и немыслимой конкуренцией ради покорения заветной цели. Но чтобы их мечта стала реальностью, они готовы бороться, не останавливаясь ни перед чем. Алена Коломина не только творческая личность, она еще и прекрасная мама. Со своим будущим супругом познакомилась на кинопробах. Это была любовь с первого взгляда, которая привела влюбленную пару в ЗАГС в 2013 году. Супругом Алены стал актер Алексей Ворущенко. Он, как и Алена, актер театра и кино.